Клоны коммунистической партии Казахстана, именующие себя народными коммунистами, выступили сегодня в Алматы. На одной из центральных улиц продолжателей ленинских идей, действующие, однако, под неусыпным контролем диктаторской власти, зазывали прохожих на митинг за достойный уровень жизни, который состоится 19 апреля. Казахстанские коммунисты идут в ногу со временем. Обычную раздачу листовок они по-модному окрестили флешмобом, хотя со стороны это больше походило на выступление ряженых, нежели идейных борцов за счастливое будущее. Ну, это флешмоб, или не флешмоб, можно сказать, это вот раздача листовок по приглашению к митингу. Вот, например, обувные магазины рекламируют же, да, свой магазин. Мы тоже хотим прорекламировать свой митинг, потому что, ну, вы понимаете, на митинге у нас сейчас народ ходит очень мало. А вот и обязательная нынче массовка, сотрудники акимата и комитетчики. За подобный спектакль на улицах Алматы любого другого оппозиционера давно бы припроводили в КНБшные застенки. Но с современными казахстанскими коммунистами все иначе, поскольку от ленинских идей тут только название. Все остальное родом из Икарды, и финансирование, и политическая позиция. Однако сами организаторы, стараясь держать лицо, списывают такую лояльность властей исключительно на собственную грамотность. Есть статья. Просто по статье надо заполнять. Это цель, место, время. А никакой оппозиционер, я могу с любым поспорить. Я тоже, когда Телебеку звонил, я объяснил, вы по бланку? Потому бланку заполнили. Они сказали, нет, я просто собственноручно. И надежда у униженных и оскорбленных казахстанцев, казалось бы, может быть только на тех, с кем в советское время было жить легко, на коммунистов. Вроде бы приверженцы красного движения хорошо знают беды простого народа. Низкие пенсии и зарплаты, копеечный прожиточный минимум, отсутствие доступного жилья, непомерно высокие тарифы на коммунальные услуги. Но только лозунги их больно далеки от народа и все больше напоминают акардинские речевки. Мы должны сегодняшний день действительно начать сплачиваться, потому что в единстве наша сила. Если мы сегодня будем отворачиваться от нынешних проблем, которые нависли над угрозой на нашей родине, то последующим эта угроза нависит над каждым гражданином уже. И тогда мы просто потеряем все, что у нас есть на сегодняшний день. Пританцовывать по улицам Алматы, размахивая листовками, словно бубном, странные коммунисты намерены вплоть до самого митинга. Их задача, а скорее установка сверху, собрать минимум 1000 человек. Давайте решать проблему народа вместе.